Полевая кухня, военный духовой оркестр и военная техника – все это можно было увидеть на территории республиканской прокуратуры. Руководство ведомства организовало для сотрудников праздничные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественном собрании к присутствующим с поздравительным словом обратился главный прокурор республики Денис Попов. Дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны, днем общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти. С напутственным словом выступил и ветеран службы республиканской прокуратуры Султан Салаутинов. Наверное, нет ни одного человека, чей дедушка не участвовал бы, не принял бы самое активное участие в этой войне, страшной, но из этой, которой мы вышли победителями. Я желаю вам вашей непростой работе, чтобы вы достойно прошли этот путь, чтобы вы, когда достигнете пенсионного возраста, станете такими же ветеранами, как мы, достоинство могли сказать, я работал честно. А во дворе ведомства организовали мероприятие для детей и сотрудников. Здесь развернулась настоящая полевая кухня, где готовили кашу и угощали ею всех желающих, а малыши смогли изучить военную технику изнутри.